кушать. Заела. Так, ну. Веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Привет, ребята, я Хрюмчик. Опять ты за свою музыку. Да я первый начну. Я ведь все-таки на целых 3 дня тебя старше. Привет, ребята, я Хрюмчик. Я Мумзик. Что подавать-то? А зачем мы сюда пришли? Как зачем? Первоклассников поздравлять. Они же стали настоящими школьниками. Ну, давай. Ну что, я даже не вижу первоклассников. Да ты не туда смотришь. Теперь видишь? Теперь вижу. Девчонки, мальчишки сидят, молчат и на нас глядят. У них, наверное, из-за них нёб присохнет. Да ты что? Как они учиться-то будут? А мы это сейчас проверим. Выходите сюда, первоклассники. Выходите. Сюда повернитесь. Так, ребята, кого командам разверните, чтобы вас видно было каждую команду. Вот у нас одна команда будет. На счет 3. 1, 2, 3. Молодцы. А теперь проверьте, на месте ли язык у соседа. Пусть садятся. А теперь давайте проверим, как они звуки «г» и «ш» выговаривают. Давай лучше сначала сами научимся. Ладно, шучу. Шучу. Правая половина вместе со мной кричит слово «ящики». Тихо, пока не кричим. А левая со мной пусть кричит «хрящики». Нет, вы слова запомнили. А зрители вместе кричат: потащили! 3, 4. Это мы услышали. Давайте. Вместе сразу дружно. Дружно, сразу все. Команда. И взрослые тоже. А мы. Команда. 3, 4. Потащили! Это мы услышали. Чихает. Это чихнул. А, ребята, это мы слышали, как чихает слон. Пусть они теперь загадку про слона отгадают. Да какая ты же загадка, если ты только что сказал, что она про слона. Давай. Загадка – это когда ответа заранее не знаешь. Вот, да? Вот давай я тебе загадаю. И в лесу, и на болоте нас всегда везде найдете. На полях и на опушке мы зеленые подушки. Бегемот. Самолет.
угадай все загадки. Правильно, молодец. Так, сначала... Правильно. А вот... Какой команде будем задавать? Так, сначала лучше... Давайте сначала лучше зададим это... Ноликом. Ты куда бежишь, Марина? Лес, где спелая? Марина! Правильно. Поздно в небе. Вечером. Поздно. Поздно вечером видна луна. В небе. Лунная луна. Зажужжала. Зажужжала. Это не хрюмзи. Из трубы летят колечки, это дым из нашей печи. Молодцы. Женщина как речь бела, полосатая. Правильно, кто сказал? Я сказал. Молодец. Я сказал. Из яйца, как из пеленок, вылез маленький зеленок. Ну, это угадай. На сосну забрался. Мишка, где росла большая? Шишка. Да, а давайте теперь еще один конкурс проведем. Когда мы говорим слово со звуком, а? Вы должны хлопать. Когда говорим со звуком О, вы когда без звука, вы топаете. Давайте попробуем. Называйте первое слово. Роща. Вот для нашей команды. Давай для ноликов. Роща.